Четверг в Самарской области облачно с прояснениями, плюс 23 днем, ночью 14 выше нуля. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. В Сызрани ясно, в дневное время плюс 25, ночью плюс 16, ветер южный 2,6 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 25, ночью плюс 14 градусов. Юго-западный ветер 2,5 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 24, ночью 13 с плюсом. Ветер юго-восточный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Температура воды в реке Волга плюс 16 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.